Добрый день, друзья. Сегодня у нас BlackBerry 98 2.0 Bolt. Замена слота сим-карты. Вот он, у меня в руках. Разбираем телефон. Четыре болта здесь. Далее снимаем панель. Вот таким образом. Два болта вот здесь спрятаны. Далее отклеиваем вот эту наклеечку с рисунком, чтобы она не мешала, потому что можем ее испортить. Саму плату можно не снимать. Таким вот образом снимаем. Сейчас я покажу поближе, чтобы было видно. Снимаем сами пункты сим-карты. Аккуратно, чтобы не оторвать пятаки. Можно добавить флюс. Далее снимаем металлический экран, вот этот сам держатель сим-карты. Таким образом его отсоединяем. И снимаем оставшиеся пункты сим-карты. Одна, вторая и последняя. Все. Вот они у нас готовы. Залудим. Можно добавить флюс. Вот так вот просто ставим новый слот. По центру, чтобы все совпадало у нас. Добавляем пайки. Все готово. Ставим обратно наклейку.
все, как видите, ничего сложного, так просто. Буквально за 5 минут мы поменяли слот. Все. Собираем телефон. Ставим сим-карту для проверки. На всякий случай. Сразу в батарейку, пока мы загрузим телефон. BlackBerry наш уже загрузится. Собираем в обратном порядке. Пожалуйста, телефон загрузился. Запрашивает пин-код, то есть сим-карта читается. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.